Элистинский городской суд вынес приговор бывшему судебному приставу исполнителю Элистинского отдела номер 2. Она признана виновной по 286 статье Уголовного кодекса. Это совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Период с февраля по июль 2019 года в производстве судебного пристава-исполнителя Элистинского городского отдела номер 2 Управления Федеральной службы судебных приставов России по республике находилось 19 исполнительных производств о взыскании с лиц административных штрафов. Женщина, заведомо зная о неполучении должниками ее письменных требований об исполнении обязательств по исполнительным документам, возбудила дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 17.14 Кодекса об административных правонарушениях. Это невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, и после чего понудило их к оплате административного штрафа. Женщина в зале суда, как и в ходе предварительного расследования, вину не признала. С учетом мнения государственного обвинителя, судом злоумышленница признана виновной и назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.